На карте мира появилось новое суверенное государство, Республика Крым. Сегодня соответствующее постановление принято на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета. За него проголосовали 85 депутатов. Власти нового государства обратились к Российской Федерации с предложением принять Крым в ее состав в качестве нового субъекта со статусом республики. С предложением признать Крым и его народ они также обратились к ООН и ко всему миру. С сегодняшнего дня на его территории больше не применяется законодательство Украины и не исполняются решения Верховной Рады. Все украинское имущество и финансы на территории Крыма переходят в пользование республики, а все учреждения и предприятия, созданные Украиной, отныне принадлежат Республике Крым. Официально денежной единицей становится российский рубль, но до 1 января 2016 года на территории страны будет ходить и украинская гривна.